На 57-м году ушел из жизни российский актер и сценарист Константин Глушков. Константин Глушков родился в 1965 году в Холмске Сахалинской области. В 1988 году он окончил ГИТИС, был сценаристом телевизионной программы «Лукоморья», за которую в 1998 году стал лауреатом премии ТЭФИ, активно снимался в кино. В его фильмографии более 120 фильмов и сериалов. И известен по своим работам в картинах «На углу у патриарших», «Самозванцы», «Мент в законе», «Зверобой», «Легавый», «Марина роща», «Столица греха», «Фурцева», «Август». 8-го, «Страсти по Чапаю», «Спираль», «Господа товарищи».